Так, смотри, пришел выстрел, повторяй. Что-то генетик. Попадание в гонг, повторяй. В данный момент мы осуществляем здесь волонтерскую работу совместно с моим напарником Евгением. Мы готовим снайперов. Причем у нас проходит здесь, вот вы прям за моей спиной видите, сразу двойную курсовку, то есть это первая и вторая ступень обучения. То есть мы сначала смотрим общий уровень подготовки снайперов, готовим их в течение 2 недель, и лучшие из этих снайперов потом становятся тяжелыми снайперами. То есть они прекрасно понимают баллистику этого оружия, они понимают атмосферу, они обладают всеми необходимыми приборами для измерения атмосферы, ветра, плотности там его и так далее. И вот, тяжелые снайперы уверенно первым выстрелом поражают мишени 1200+. Этот курс один из лучших у нас получился. Почему? Потому что, во-первых, офицеры, которые проходили нашу курсовку осенью прошлого года, все это время давали полученные знания своим бойцам. И на данный момент за моей спиной одни из лучших снайперов. С хорошим результатом, с боевыми наградами. Вот. У нас тяжелые снайперы, как минимум, из 6-4 носят орден мужества. Вот, если раньше ты с той же СВД стреляешь и думаешь, что на те дистанции, которые они нам позволяют стрелять, ты не попадешь, и ты поэтому не заморачиваешься и даже не стреляешь у себя на полигоне, то здесь они внушают тебе это, что ты можешь, и ты это делаешь. И на самом деле это выходит и получается. Прибор называется капсулятор. Значит, посредством него пуля производства Муромского капсульного завода попадает в специальное капсульное гнездо гильзы. Вот. Вот так вот выглядит она, декапсулированная пуля, вот так вот капсулированная. То есть мы отверстие капсульное прочищаем, более того, ухаживаем даже с запальным отверстием, то есть у нас есть специальные сверлышки, которые развинтовывают как изнутри, так и снаружи, для того, чтобы форс капсуля был равномерным и порох поджигался равномерно. От этого очень огромное влияние оказывает на начальную скорость пули, а эта начальная скорость пули влияет на нашу вертикаль. То есть вот пуля летит всегда вот по такой линзообразной траектории.